Алло. Павлик, а ты где? Я по работе сейчас за городом. Слушай, сейчас неудобно говорить. Давай я тебе перезвоню попозже. Пока. Хорошо. По работе говоришь, за городом. Ты что, следишь, что ли, за мной? Ты опять бабу завел? Ты же говорил, что изменам конец. Баба, пусти. Павлик, да что ж ты за человек-то такой? Тихо, не ори, люди смотрят вокруг. Все, надоело. Да. Надоело? Да. Тогда давай разводиться. Давай. Три года назад Марина вышла замуж за Павла. Брак оказался несчастливым. Павел постоянно обманывал Марину и изменял ей. Марина устала от такой жизни и подумывала о разводе. Но, с другой стороны, боялась остаться одна. Она узнала о том, что бабушка может помочь ее беде, и решила обратиться к ней. Здравствуйте, баба Нина. Что, муж твой гуляет? Да, баба Нина. Гуляет. Фотографии его привезла? Да. Сил моих нет. Каждый раз клянется, что в последний раз. И опять все сначала. Не знаю, что и делать. Сколько я его не просила, сколько не умоляла. Не чисти. Сама вижу, что жизни с ним тебе не будет. Неуемный он. Но с Лады падкий. Телом, а не душой живет. Значит, придется разводиться? Да, лучше будет, если ты разведешься с ним. Иначе всю жизнь так и промучаешься. Это точно? Если говорю, значит, так и есть. Баба Нина, устала я очень. Просто хотела сохранить семью. Нечего тут сохранять. Что с ногой у тебя? Вывих. Уже почти прошло. Вижу мужчину рядом с тобой. Давайте я вам помогу. Ой! У вас, кажется, вывих. Нужен лед и прочь. До машины дойдете? Нет, нет, не надо. Надо, надо. Меня, кстати, Владимир зовут. Добрый, верный. Новая любовь тебя вскоре ждет. А еще мужа твоего вижу. Сможет он этой любви помешать даже после развода. Почему? Почему? Скажу, когда время придет. А ты вот что. Если тайну чужую вдруг узнаешь, сразу ко мне приезжай. Кстати говоря... Марина подала на развод. Ей надо было отвлечься, и она стала встречаться с Владимиром. Почему? Да не умею я говорить с женщинами. А мне с тобой интересно. Что ты смеешься? Перестань. Я врач, нудный, скептик. Давай присядем. Марина виделась с Владимиром каждый день. Ей, отвыкшей от мужского внимания, очень нравились эти встречи. И она чувствовала, что Владимир неравнодушен к ней. Ты тогда что в нашем дворе делала? Ты будешь смеяться. Мой бывший муж довел меня до того, что я следила за ним. Не понимаю. Как можно изменять такой красивой женщине? Я бы тебя на руках. Кажется, я в тебя влюбился. Прошла неделя. У Марины и Владимира начался роман. Скажи, Владимир пригласил Марину к себе домой и познакомил со своей дочерью Настей. Она оказалась очень славной девушкой. Поэтому так важно, чтобы вы подружились. Почему? После смерти жены я ни одну женщину домой не приводил. На тебе жениться хочу. Ну, если, конечно, ты не против. Это что, предложение? Да, конечно, нужно было по-другому. Это с цветами.
Марина была взволнована. Она вспомнила слова бабушки о новой любви и поняла, что это и есть Владимир. Марине казалось, что наконец она нашла свое счастье. Прошло несколько дней. Марина приняла предложение Владимира. Настя с радостью поддержала их решение. У Марины с Настей возникла взаимная симпатия. Слушай, я, наверное, ее верну. Ярковато. Нет, правда, сейчас же лето. Тем более, ты у нас невеста. А папа жених. Слушай, а ты фамилию будешь менять на папину? Нет. Ну, мне моя нравится. Да я и в первом браке не меняла. Ты не обижайся, ладно? Нет, нет, все в порядке, правда. Тем более, я давно не видела папу таким счастливым. Правда. После смерти матери отец будто поставил крест на себе. Я знаю, что из-за меня. Только я уже взрослая, а отец до сих пор один. Поэтому я очень рада, что вы встретились. Пойдем? Пойдем. Прошел месяц. Марина оформила развод с Павлом и переехала от матери в большую квартиру Владимира. Слушай, только папе не говори. Марина была счастлива и совсем не вспоминала о Павле. Замуж. Мы вчера тайком подали заявление в ЗАГС. Почему тайком? Потому что он старше меня на 13 лет и разведен. И я не знаю, как отреагирует на это отец. А мы любим друг друга. Но это самое главное. А возраст не помеха. Ну, давай. Показывай жениха. Вот он, мой Павлик. Он замечательный. А жена у него была жуткая стерва. Выгнала его на улицу. Ужас. Настя, слушай. Марина, я такая счастливая. Я не знаю, как сказать об этом отцу. Ты, пожалуйста, не спеши. Подумай, ладно? Ладно, Марин. Спасибо. Я знала, что ты меня поддержишь. Марина поняла, что жених Насти – ее бывший муж Павел. Глядя на то, как счастлива Настя, Марина не отважилась открыть ей правду. Она решила посоветоваться с бабушкой. Баба Нина, я узнала чужую тайну, вот и приехала. Аня, много соли кладешь, чую. Тяжелый будет отвар. Меньше сыпь. Рассказывай. Мой бывший муж хочет жениться на дочери моего будущего мужа. Говорила я, что он помехой тебе станет. Так и вышло. Да. Я же только потом догадалась, что мы с Владимиром встретились в его дворе. В тот самый день, когда мой бывший шел к своей любовнице. Я же тогда не знала, что это дочка Владимира. Положи руку сюда. Вижу я тебя в объятиях бывшего мужа. Только не пойму, прошлое это или будущее. Конечно, прошлое. Как бы то ни было, а ты должна рассказать правду отцу и дочери. Бедная девочка. Как же я ей после этого в глаза посмотрю? Этого не бойся. Бойся с признанием тянуть. Вижу, скоро бывший твой объявится. И до этого времени ты должна рассказать правду. Хорошо. Надо только с духом собраться. Не тяни. И держись от бывшего подальше. Встреч с ним избегай. Да какие встречи? Я видеть его не хочу. Что ты хочешь, это одно. А что будет, это другое. Бусину возьми. Положи в сумку. Пусть лежит. Если ложь победит правду, ты ее мне привезешь. Поняла? Да. Марина искала подходящий момент, чтобы рассказать Владимиру о том, что Павел ее бывший муж. Через несколько дней она собралась с духом. Однако, придя домой, увидела, что там гости. У вас хорошее чувство юмора, Павел. Привет, Марин. Хорошо, что ты пришла. Послушай, я решилась и привела домой Павлика. И папа не сердится. Павлик, кажется, ему нравится. Поэтому пойдем, я познакомлю тебя с твоим будущим зятем. Настя. Пойдем, ну правда, пойдем. Я вообще болею за другую команду. Познакомьтесь, это Марина, папина будущая жена. А это мой Павлик. Очень приятно. Все нормально? Все в порядке.
Очень приятно. Я открою. Ну вот, Павел. Можно сказать, это ваша будущая теща. Папа! Это тебя соседи зовут по поводу гаража. А, извините. Ты что тут делаешь? Специально что? Да нет, конечно. Настя знает про нас что-нибудь? Нет, но сейчас узнает. Тихо, прошу тебя, не говори ей ничего. Нет. Слушай, мне надо тебе сказать кое-что очень важное. Давай завтра вечером встретимся, я тебе все объясню. Ладно. Завтра в 6 в сквере. Но только смотри. А вы, значит, маркетологом работаете? Рынки изучаете, спрос, предложение, да? Да. А я айтишник. Вот видишь, у меня замечательный отец, ты волновался. Я пойду еще чай поставлю. Я помогу тебе. Давай. Марина была в замешательстве. Она решила подождать до завтра, чтобы узнать, что ей скажет Павел. Я тебя очень прошу, ну, не рассказывай ты им, что мы бывшие муж и жена. Почему? А, смотри, ты любишь Владимира, я люблю Настю. Сомневаюсь, ты просто морочишь девочке голову. Нет, я, возможно, впервые в жизни понял, что такое настоящая любовь. Ты, конечно, извини, но у нас просто с тобой не сложилось. А Настя — это вот то самое единственное мое. Представляешь, мне на других женщин вообще смотреть не хочется. Я слишком часто это слышала от тебя. Нет, ну правда. Вот ты любишь Владимира? Да, за последние 3 года я в первый раз почувствовала себя особенной. Вот видишь, мы оба нашли свое счастье. А ты почему-то хочешь все разрушить. Ну сама подумай, чего ты добьешься, если все расскажешь? Тогда нам одна дорога, просто взять всем и расстаться. Почему? Ну а как ты себе представляешь жизнь вчетвером в одной квартире? Я ведь на днях переезжаю к Насте, мне ведь ее привезти некуда. Что? Ты собираешься жить в квартире ее отца? Ну, временно, разумеется. У Владимира есть родственница, которая уезжает за границу надолго. Мы с Настей переедем в ее квартиру. Владимир уже обо всем договорился. Мы переедем, все устаканится. А потом мы во всем признаемся. Нужно подождать всего 1 месяц. Марина опасалась верить Павлу, но он был в чем-то прав. Марина колебалась, однако она не хотела потерять Владимира, и ей было жаль Настю. Но если ты обидишь Настю, я сразу же все расскажу. Никогда. Слышишь, никогда я ее не обижу. Всем доброе утро. Привет. Доброе. Готово. Спасибо, родная. Прошла неделя. Марина с Владимиром и Настя с Павлом жили все вместе в одной квартире. Ну, хочешь, мой возьми. Всем доброе утро. Мариш, делаешь Павлику кофе? А то я опаздываю, как всегда, жутко проспала. Хорошо, беги. Ну, я поехала. До вечера. Вчера ночью ты свела меня с ума. Все, я уехала. Ну, кофе ты себе сам сделаешь. Ой, какая у меня нелюбезная теща. Кстати, почему ты вчера так поздно явился? Ну, вообще-то, это уже совсем не твое дело, но так просто для справки. Я был на работе. Если я узнаю, что ты изменяешь Насте... Ой, какая у меня строгая и нелюбезная теща. Мариш, давай быстрее, а то на работу я опоздаю. Уже бегу. Всего хорошего, Мариночка. Марина стала замечать, что Павел странно смотрит на нее. Она нервничала и не могла дождаться, когда Настя с Павлом переедут. Так. А ты куда? А у меня маникюр, педикюр и фитнес. Павлик! Что, милая? Принеси, пожалуйста, мою сумку. Ага. Это? Да, спасибо большое, милый. Все, я побежала, буду в 3. На следующий день был выходной, но Владимира вызвали в больницу, и Марина решила навестить мать. Ей не хотелось оставаться наедине с Павлом, и она спешила уйти. Марин, я так больше не могу. Ты о чем? Да я с ума схожу от ревности, глядя на вас с Владимиром. Я так тебя хочу, что ночами не сплю.
прислушиваюсь, Марина. Отстань. Ты что, больной? Да, я сошел с ума. Прошу тебя, один раз. Последний, прощальный. Да пусти же ты! Я ключи от машины забыла, вроде в сумку положила. Настя, я тебе сейчас все объясню. Я ничего не хотел, это она ко мне приставала. Что? Настя, милая. Марина, моя бывшая жена. Она специально сюда пришла, чтобы меня отомстить. Ну, чтобы нас с тобой разлучить. Я просто не знал, как тебе сказать. Боялся. Настя, милая, уйди. Он врет. Ну ты и скотина. Настя, я... Уйди! И ты уйди. Ну, подожди. Послушай. Значит, я тебе не нужен. Настя мне сказала, что все это было только для того, чтобы Павла вернуть. Это ей Павел наплел. Ну, вспомни. Мы же познакомились с тобой до того, когда я узнала, что Павел жених Насти. А потом он попросил меня молчать, и я... Павел, иди сюда. Повтори, что мне сказал. Когда Марина узнала, что я женюсь на Насте, она заревновала и решила меня вернуть. Вранье! Ну ты же сама говорила, что не любишь Владимира. Ты подонок! Почему ты веришь ему, а не мне, Володя? Я не знаю, кому верить. Ты должна была сразу мне все рассказать. А ты молчала. Почему? Потому что я люблю тебя, Володя. Ты куда? К маме. Марина поняла, что Павел оболгал ее, и она не сможет доказать правду. Она решила поехать к бабушке. Аня, поставь у забора. Воробьи мои прилетят, склюют. Наговор чую. Оболгали тебя. Да. Это все бывший мой, мерзавец. Но, Володя, почему он не верит мне? Потому что рвется он между тобой и дочерью. Да и не горячись ты, сама виновата. Бусина моя у тебя, дай ее мне. Ложь укатись, прикатись, правда. Вижу, у окна ты сидишь, глаза красишь, девушка в очках с тобой рядом, коробочка с красками. Это Настя. Так было в тот самый день, когда все случилось. Вижу, сумку она ей принести просит. Вот мужчина сумку берет, вынимает что-то, ключи, кажется. Потом выносит он ей сумку, подает. Ключи от Настиной машины. Значит, их Павел сам из сумки вынул. Мысли его черные, лживые. Вынимает ключи, хочет, чтобы она вернулась и застала вас на постели. Но зачем? Избавиться от тебя хочет. Влюбленную дурочку обмануть легко, а ты его знаешь как облупленного. А я ведь поверила, что он Настю любит. Жить ему негде. Он хотел в другую квартиру переехать и гулять там, как прежде. Неудобно ты ему была. Как теперь доказать Володе правду? Спроси при Владимире у бывшего мужа, где он жил, когда ты его выгнала. Зачем? Затем, что жил он у женщины. Рыжая, живет у перекрестка, кино там показывают, букву «Д» вижу. Это Даша, бывшая любовница Павла. Не бывшая, он и сейчас к ней похаживает. Бусину возьми, она поможет Павла на чистую воду вывести. Будет отпираться, просто урони ее перед ним. Спасибо. Стой-ка. Паспорт твой в сумке. Фамилия. Ты когда за Павла выходила, фамилию меняла? Нет, свою оставила.
Вот и причина твоих бед с Павлом. Как это так? Если, выходя замуж, оставляешь свою фамилию, надо в день свадьбы фамилию мужа на листочке написать, к документам положить, там и хранить. Иначе муж будет гулять. Я не знала такой приметы. Да теперь уж, наверное, не пригодится. Тебе решать. Только помни, если с Владимиром останешься, дочку он потеряет, зачахнет без нее. Так что выбирай. Но и с Павлом быть девочке не судьба. На следующий день Марина попросила Владимира поговорить вместе с Павлом. Настя отказалась присоединиться к ним. Скажи, где ты жил после того, когда ушел от меня? Ой, да какое это имеет значение? Отвечай! У Игоря. Не ври. Я звонила Игорю. Может быть, ты признаешься, что ты жил у любовницы, встречался и с ней, и с Настей. И, кстати, продолжаешь. Это правда? Конечно, нет. Ее Даша зовут. Можем к ней съездить. И ключи от машины ты больше не прячь, ладно? Какие ключи? Которые ты из Настиной сумки вытащил, чтобы меня подставить. Да врет она все. Так ты вытащил ключи от машины из Настиной сумки, да или нет? Так, поехали к этой Даше. Не надо никуда ехать. Да, это я вытащил ключи из Настиной сумки. Я хотел, чтобы она вернулась и застала нас. Я хотел, чтобы ты прекратила свою слежку. Да, я жил у Даши и сейчас очень часто к ней хожу. И это я сказал Владимиру... Что ты не любишь его? Специально. Не смей приближаться к моей дочери. Заявление из ЗАГСа заберешь завтра же. Ты понял? Пошел вон. Я все слышала. Я тебя ненавижу. Павлик! Прошло несколько дней. Настя замкнулась в себе. Она не общалась ни с Мариной, ни с отцом, который запретил ей видеться с Павлом. Марина чувствовала, как страдает Владимир, и мучилась от того, что она была этому причиной. Павел лжец и изменник. Это он тебе изменял, а со мной бы он стал другим, если бы ты не влезла. Настя, Марина права. Она хочет как лучше. Это моя жизнь, и мне плевать, чего она хочет. Если бы она все не испортила, ничего бы этого не случилось. Выбирай, папа, либо я, либо она. Настя, ну что ты такое говоришь? Папа, если она не уйдет, я завтра же брошу институт и уеду из города. Навсегда. Она успокоится. И все будет хорошо. Не будет. Я должна уйти. Марин, я же люблю тебя. Я тоже. Но я не имею права лишать тебя дочери. Она для тебя все. Я не могу остаться, прости. Через год Марина все же помирилась с Настей и вернулась к Владимиру. Настя и Павел расстались. Она вышла замуж за своего сокурсника. Бабушка говорит, что если, выходя замуж, вы приняли решение не брать фамилию мужа, то необходимо в день свадьбы написать фамилию мужа на листке бумаги и хранить его вместе с документом о браке. Иначе муж будет вам изменять. Ты помнишь, какой сегодня день? Слушай, Олег, не приставай с вопросами. Я очень устала. Ну да, сегодня годовщина нашей свадьбы. Но квартальный отчет тоже надо было закончить. Иначе бы мне влетело от начальства. Не прикрывайся работой. У тебя явная интрижка на стороне. Да прекрати фантазировать. Нет у меня никого, кроме тебя.
Это не фантазии. Это факт. Если ты сегодня не со мной, значит, ты с другим. Олег перестал доверять жене. В последнее время она стала задерживаться на работе, и ревность захлестывала его. Устав от неопределенности, Олег поехал к бабушке, чтобы точно узнать, изменяет ему Наталья или нет. Я с другим мужчиной даже не видел. Но поскольку она годовщину свадьбы даже провела не со мной, у нее явно есть другой. Твои подозрения не напрасны. Около нее есть другой мужчина. Но пока измены не вижу. А кто? Кто он? Вы можете мне сказать? Лица не вижу. Вижу холод. Металл холодный. Много металла в помещении вокруг того мужчины. Как только узнаю, кто он, сразу его морду кровью разукрашу. Ты не должен торопиться выяснять отношения с женой. Измены пока не было и может не случиться. А вот если ты продолжишь себя ревностью изводить, только хуже сделаешь. Есть в вашем треугольнике что-то еще, но пока не вижу. Остынь, парень. Олег послушал бабушку и старался вести себя как обычно, хотя в душе тяжело переживал присутствие некого другого мужчины около жены. Несмотря на желание разобраться с Натальей, он старался держать себя в руках. Мужа забросила, на работе задерживаюсь. Семейный праздник вот пропустила. Спасибо большое за чай, но участвовать в семейных разборках я не хочу. Да постой, мы тебя знаем 100 лет. Так, если дело во мне, то я пойду работать, не буду вам мешать. Поздно уже. Мне и правда нужно идти завтра. Прием рано начинается. Ты у меня записан на час. Не забудь. Ян, постой. Скажи, как его здоровье? Улучшения есть? Завтра будут готовы анализы, и я все скажу. Не надо меня провожать. Я сама дверь закрою. Тоже уходишь? Я по делу. Слушай, я не хотела тебе говорить. Мне в этом месяце хорошую премию дали. А я ее всю потратила на годовой абонемент в фитнес-клуб. Ты не сердишься? Нет, конечно. Это твои деньги. Только я свою премию потратил на подарок тебе. С годовщиной. Ну, слушай, извини, что у тебя жена такая эгоистка. Ну, надо же, какой у меня заботливый муж. Даже с цветом угадал. Ну, а чтобы оно хорошо сидело на мне, нужно себя держать в форме. Так что еще раз спасибо. После того, как Олег узнал, что жена ходит в фитнес-клуб, он вспомнил слова бабушки о том, что вокруг мужчины, с которым тесно общается жена, много металла. Олег предположил, что речь идет о фитнес-клубе. Это так ты форму поддерживал? Слышь, чё, мужик? Олег! Осторожнее! Борис, уходи! Уходи! Ну куда ты пошел? Будь мужиком! Что ты себя как... Давай один на один! Борис, уходите! Что это было, я не поняла. Это я должен объяснять. Ты со своим хахалем. Какой здесь? Хахаль? Это фитнес-тренер, и он любезно согласился меня проводить до дома. Куда ты вообще полез? У тебя и так почки больные. Сейчас бы еще и ребра пересчитали. Ты могла меня попросить проводить до дома. Ну, ты прав, но не надо было такой скандал устраивать. Еще увижу вас вместе. Олег регулярно приходил на прием к Яне, подруге жены и своему лечащему врачу. 2 месяца назад Олег почувствовал себя нехорошо, и Яна взялась за лечение мужа подруги. По-прежнему не проходит раздражительность, сонливость и головная боль.
Значит, нужно корректировать лечение. Сейчас посмотрю анализы. Что там? Вижу положительную динамику. Сейчас выпишу новые таблетки. Будешь принимать их вместе вот с этими, но вместо этих, понял? Будешь пить по одной таблетке за час до еды. Хорошо, что не вместо еды. Олег, прекрати шутить. Отнесись к лечению серьезно. Заболевание почек – это не шутка. Обещаю. Выпью и съем все, что пропишешь. Никто обо мне не заботится так, как ты. Хотя, будь моя воля, я не стал бы бегать по врачам. Ты знаешь, как я все это не люблю, и вы с Наташей на меня так носили, уж не знаю, куда деваться. Ладно. Пойду. Спасибо. После приема у Яны Олег отправился домой. Увидев в прихожей мобильный телефон жены, Олег не справился с искушением посмотреть звонки и СМС. Больше всего Олег не хотел оказаться в роли обманутого мужа, но его худшие опасения подтвердились. Давай сегодня в 8. Ты уже пришел? Еда на столе. А как же тренировка? Я пойду, только ты поешь сначала. Что Яна сказала, как анализы? Ну, чего ты молчишь? Ну, ладно, я сама ей позвоню вечером и все узнаю. Ну, пойдем скорее, пока не остыл. Несколько дней Олег не находил себе места. Он не мог понять, что его тревожило больше. Ревность из-за любви к жене или панический страх быть обманутым мужем. Он накрутил себя до предела. Его самочувствие ухудшилось. К тому же Олегу нужно было с кем-то поговорить. Он договорился о встрече с Яной. Да ты что? Ты в этом уверен? Уверен. Читал ее переписку с любовником. Он ее вовсю на встречу приглашает. Да и у клуба их видел вместе. Голубки! Ну, знаешь, я тебе так скажу. На этом жизнь не заканчивается. Не любит одна, полюбит другая. Прошлый вечер Олег провел в компании Яны у нее дома. После случайной близости с Яной Олег взглянул на ситуацию иначе. Теперь измена жены уже не казалась ему трагедией. Олег считал, что теперь они с Натальей квиты. Ну, видишь же, руки-ноги шевелятся, значит, живой. А вообще, уже месяц, лечусь, а толку ноль. А Яна что говорит? Обнадеживает. Говорит, что все будет хорошо. Лекарство новое предложила. Ты в надежных руках. Яна хороший специалист, она тебя вылечит. Только не надо меня успокаивать. Я же вижу, что тебе все равно. Да почему ты так говоришь? Я очень за тебя переживаю. И что бы ни случилось, я всегда буду рядом. А, слушай, извини, главбух написала, ключи не может от офиса найти. Мне надо вернуться на работу, помочь ей. Извини. А еще минут назад говорила, что всегда будешь со мной. Просто никто ближе не живет к офису. Я быстро. Вероника Дмитриевна? Здрасте, да, жену ищу. Скажите, пожалуйста, она не на работе? За городом клубнику собираете. Понятно. Ну, спасибо, извините. Буду пытаться дозвониться. Значит, главбух клубнику за городом собирает, а жена ей в офис ключи понесла. Понятно. Олег убедился, что Наталья сделала свой выбор в пользу Бориса. От обиды он решил во что бы то ни стало увидеть Яну. Хотел узнать, как твое здоровье. Все в порядке. Наталья еще на работе? Может, на работе. Может, у своего Бориса. Я за ней больше не слежу. Ясно. Значит, как только жена поняла, что ты тяжело болен, сразу нашла себе запасной аэродром.
Да пусть делает, что хочет. Я и один без нее проживу. Зачем жить одному, Олежек? Переезжай ко мне. Сегодня же. Сам виноват, что жену потерял. Говорила тебе, не вмешивайся. Прошла бы неделя другая, вернулась бы Наталья к тебе. Вижу, встреча у тебя была с тем мужчиной. Вот после нее Наталья тебе действительно изменила. Была она с ним. Ну зачем? На рожон полез. Да неважно уже. Если ей нравится другой, пусть уходит. Зачем тогда ко мне пришел? Я всегда любил свою жену. За другими женщинами не бегал. Они за мной вроде тоже. Я же за компьютером работаю, дома. А тут еще не успел с Натальей расстаться, а уже получаю предложение от Яны переехать к ней. А сам-то ты кого любишь? Не знаю. Со своими чувствами мне еще разобраться надо. Все это очень неожиданно. Мы столько лет знакомы, а она никогда даже намеком не давала знать о своей симпатии. А тут так все внезапно. Она же подруга твоей жены. Дорогу ей переходить не хотела. А сейчас ты свободен, вот она и открылась. Вижу, люб ты ей, сильно люб. Да я и сам это чувствую. Она меня опекает, заботится. И мне она симпатична. Вот уж не знаю, что делать-то. За жену бороться или бросить и к Яне уйти. Это ты что же? Хочешь, чтобы я за тебя решение приняла? Шустрый какой. Я тебе сказала, что Яна тебя любит. И жена еще любит. Правда, на перепутье она. Захочешь за нее бороться, силы приложишь – вернешь. Так что ты сам выбирай, с кем тебе быть. Твоя жизнь, не моя. Пойду я. Поздно уже. Домой? Подожди, я думала, мы все решили, и ты останешься у меня. У меня ведь даже зубной щетки нет. Щетка не проблема. А если серьезно, надо поговорить с Наташей и сказать ей честно, что я ухожу к другой. Я вернусь. Я знаю. Наталье ты больше не нужен. У нее Борис. Ей все равно, слышишь? А я тебя люблю. Люблю. Любого люблю. И здорового, и больного. Где ты был? Почему ты не отвечаешь на звонки? Я себе места не нахожу, у меня нервы на пределе. Я думаю, где ты? И что с тобой случилось? Почему весь этот спектакль? Какая тебе разница, где я? У тебя своя жизнь, свои интересы. Что ты несешь? Какой-то бред! Ты променяла меня на другого. Я все знаю про Бориса, про измены. Так и скажи, что ты променяла больного мужа на здорового, мускулистого мужика. Олеженька, пожалуйста, прости меня. Я не хотела, но само как-то закрутилось. Это все началось с того момента, когда ты меня выследил в фитнес-клубе. Он начал спрашивать, почему у меня такой ревнивый муж. Как мне с тобой живется, и мы с ним. Избавь меня, пожалуйста, от этих грязных подробностей. Где и сколько раз? Да каких сколько раз? Это было-то однажды. Тем более, что никогда больше не повторится. Я прошу тебя, прости меня. Так ты не понимаешь. Если тебе нравится Борис, то ты свободна. Я подаю на развод. Олеженька, пожалуйста, не бросай меня. У нас еще все может получиться. Обратного пути нет. Мне есть куда идти. Если ты меня не любила, то нашлась другая женщина, которая будет заботиться обо мне не на словах, а на деле. Даже не знаю, куда все разложить-то. Я так рада, что ты ко мне переехал. Я теперь каждый день буду о тебе заботиться. И на приемы ко мне ходить больше не нужно. Но мы все можем сделать. Да прекрати, ну прекрати ты суетиться. У тебя впереди выходные. Успеешь еще разложить. Я уеду с другом на рыбалку, как я вам обещал. А ты оставайся по хозяйству. Сейчас до вечера и займемся другими делами. На следующее утро Олегу позвонил Борис и попросил о встрече. Салют.
Если ты пришел выяснять отношения, то тема закрыта. Наташа твоя. А мы с ней больше не встречаемся. Это она попросила тебя сказать в надежде, что я прощу и вернусь к ней? Да Наталья вообще не в курсе, что я здесь. У меня к тебе деловое предложение. Какое? Ты хочешь узнать всю правду о нас с твоей женой? Меня это не интересует. Хорошо. Может быть, ты хочешь узнать, кто был заинтересован в том, что она тебе изменила, и вы расстались? Интересно. Кто он? Любая информация денег стоит, так что тебе придется раскошелиться. Этого достаточно? Вот этого достаточно. Ты не наглей. Может, твоя информация ничего не стоит? Стоит. Точно. Тогда не тяни. Это Яна сделала. Они с твоей Натальей подруги же. Она мне платила, чтобы я с ней переспал и роман крутил. А теперь, поскольку вы с ней, ручеек-то пересох. Будем считать, что это последний платеж. Удачи с новой женой. Что у тебя опять случилось? Вижу, новая женщина с тебя пылинки сдувает. Ты у нее как сыр в масле катаешься. Мне сказали, что меня Яна обманула. Только я не знаю, верить теперь этому или нет. Может, Борис все это специально придумал, потому что Наташа теперь не с ним. Я сегодня даже у Яны не ночевал. Не знаю, что ей сказать. К другу на постой попросился, а с утра сразу к вам. Деньги, вижу, замешаны. Вижу, как кто-то кому-то платит. Значит, правда? Правда. Только ты сам виноват. В чем же моя вина? Ты эту женщину просишь подарки своей жене выбирать. Да. Я все равно в женских вещах ничего не понимаю. А Яна всегда угадывает, что Наташе понравится. Они ж подруги. Вот на нашу годовщину она Наташке платье выбирала. Только одного ты не учел, что это плохая примета. К разрыву это между супругами. Что с вами? С вами все в порядке? У бабушки видение. Посидите тихо. Вижу тебя на больничной койке. Мне хуже станет? Что именно вы видите? Не тараторь. Неприятности со здоровьем у тебя вижу. Люди в белых халатах, больница. Ты на койке лежишь. Значит, одна мне дорога. А про Яну вот что тебе скажу. Любит тебя она очень. Вот и пошла на сделку с Борисом. Правы вы. Да и не виновата она в измене Натали. Если бы жена не захотела, то никогда бы не легла в постель с другим. Как думаешь, Наташа с Борисом будут счастливы? Могу сказать. Я Бориса совсем не знаю. Если Наталья его выбрала, надеюсь, все у них будет хорошо. Сама говоришь, выбрала. И ты никак ей не помогала? Нет. Она уже взрослая девочка, сама справилась. Слушай, не хочешь, не говори. Я-то точно знаю, что это ты Наташу с Борисом свела. Это он тебе рассказал? Я ведь хотела как лучше. Наталья постоянно ныла, жаловалась, что нужно что-то новое в отношениях. Вот я и попросила Бориса помочь. Помочь разрушить семью. Да не было у вас никакой семьи. Рухнуло все в одночасье. Наталья не ценила, что имела. Ты мужчина. Мечта любой женщины. А она на сторону смотрела. Вот и пусть теперь локти кусает. А ты мой. И только мой. Я каждое утро рада встречать рядом с тобой. Ты не представляешь, как я счастлива. Забудь, что было. Давай жить только настоящим.
В выходные Олег уехал с другом на рыбалку на катере. Поначалу все шло хорошо, но катер перевернулся и затонул. Доктор. Олег с трудом добрался до берега озера, где его спасли местные жители и направили в районную больницу. Телефон его утонул, и никто не знал, что с ним случилось. Ваша фамилия Климов. Да. Климов. У вас все в порядке. Утром будут готовы последние анализы. Если ничего страшного не покажут, вы будете совершенно свободны. Вы же делали УЗИ почек? Да. У меня хроническое заболевание, я переживаю. Они не пострадали, пока я был в воде? Почки у вас совершенно здоровы. Нет, вы ошибаетесь. Я нахожусь на лечении, принимаю лекарства. Может, лечение помогло? Так, вот я смотрю ваши анализы. Так. И могу официально заявить, что почки у вас абсолютно здоровы. И это не результат лечения, а природа-матушка вас так побеспокоилась. Да вам любой спортсмен позавидовать может. Подождите, вы уверены? Да, я абсолютно уверен. Если у вас больше нет вопросов, я, пожалуй, пойду. Меня другие пациенты ожидают. Да, конечно. Вернувшись домой, Олег прошел обследование у независимого врача, который подтвердил, что почки у него совершенно здоровы. Ты меня угробить решила? Залечить? Не волнуйся, пожалуйста, я сейчас тебе все расскажу. Слушаю. Только не ври на этот раз. Я тебя очень любила. Всегда. Но боялась, что если расскажу тебе об этом, то ты выберешь жену, а не меня. Наталья тебя не ценила, не заботилась. Ей все время было чего-то мало. Вот я и решила, что найду и другого. А ты будешь только моим. Про Бориса ты все знаешь, я дала ему денег. А твой легкий недуг я начала интенсивно лечить. Там только витамины были в таблетках. Ничего вредного. А то, что хуже тебе становилось, так это стресс обычно так проявлялся. И как я должен относиться к тебе после этого? Прости меня, пожалуйста. Я ведь все это от большой любви к тебе делала, слышишь? Ты ведь знаешь, что нужно больному? Конечно, врач. Ты пациент, я врач. И я так люблю тебя. Бориса, я тебя простил. Но то, что ты манипулировала моим здоровьем! Прости меня, любимый, пожалуйста. Нет, Яна. Ты переступила черту. Олег уехал от Яны и снял квартиру. Наталья пыталась вернуть Олега, но тщетно. Они развелись. Олег поменял работу и через год встретил девушку, на которой женился. Запомните примету. Если подарки для своей второй половины вы покупаете не сами, а просите сделать это другого человека, это приведет к разлуке. Дашка, спасибо тебе огромное. Твой плов восхитительный. А на десерт мороженое. Ты же знаешь, я его не люблю. Знаю. Зато я обожаю. А я обожаю свою девочку. Потому что ты у меня самая чудесная. Я хочу, чтобы мы были с тобой до самого... Ой, как не вовремя. Витюш, я сейчас. Даш, где Витя? На кухне? Витя, ты должен помочь, я не знаю, что делать. Юля, я... Я оставила в полиции заявление, но они говорят, что только через 3 дня займутся. Что Я уже почти всех обзвонила, кроме родителей, не стала их пугать. Юля, что случилось? Антон пропал. Я не знаю, где он. Антон был лучшим другом Виктора. Они дружили еще со школы. И вдруг Антон пропал. Виктор очень переживал и не знал, где искать лучшего друга и к кому обратиться. За помощью он решил поехать к бабушке Нине. Откуда ты узнал, что Антон пропал? Кто весть принес?
Юлька, жена его, вчера прибежала. Есть у тебя фотография друга с собой? Да, конечно. Вот. Не надо тебе друга искать. А будешь искать, все разрушить можешь. Подождите, почему не надо искать? С ним все в порядке? Пока с ним все в порядке. Но будешь искать его, и ему плохо сделаешь, и себе. А большего знать тебе не нужно. Ступай и помни. Будешь Антона разыскивать, беда придет. Так, объявление в соцсетях я выложила, это тоже может помочь ему найти. Ну а что ты готовить-то у меня завелась? Меня это успокаивает. Сейчас суп доварю. Антон его очень любил. Я был у бабы Нины. Только вам ничего не скажу, пока супа не дадите. Как вкусно он пахнет. Юль, ну успокойся. А соль-то где? Да где-то была. А, нет, ничего, у меня есть. Я домой брала. Ой, Юль, стой! Я ж солила. Ну вот. Короче, остался я, похоже, с вами хозяйки без ужина. Ничего страшного. Там в сковородке котлеты. Юль, поставь разогреваться, пожалуйста. Да. Котлеты – это твой конек. Помнишь, ты у нас жарила? Антона за уши от них оттащить невозможно. Ну, Юль, ну успокойся. Ну, Витя обязательно что-нибудь придумает. Витя, ну скажи. Да, скажи. Значит так. С Антоном все в порядке, только есть одно «но». Ну, ты издеваешься, что ли? Говори давай, какое «но»? Нельзя Тоху разыскивать. Я понимаю, как это звучит, но так сказала ясновидящая. Ты с ума сошел? Что значит «нельзя»? Не знаю, нельзя и все, больше мне ничего не объяснили. Ну, а если твоя ясновидящая не права? Мама Антона звонила с отдыха, мне пришлось наврать, что все замечательно. Они скоро вернутся, вот как им об этом сказать? Я надеюсь, полиция уже ищет? Не найдут они его. Сказали, парень молодой, мог загулять и все такое. Ну, ты давай, прекращай, я что-нибудь придумаю. Обязательно мы его найдем. Несмотря на предупреждение бабушки, Виктор все же помогал Юле искать мужа. Они решили отправиться к Антону на работу, чтобы все выяснить. Привет, Юль. А это кто? Это Виктор, друг Антона. А, ты что, так и не нашелся? Ужас какой. Я даже не знаю, где его искать. В пятницу пришел на работу, как обычно. А как неделя началась, его уже не было. Я и в полиции сказала то же самое. Вел себя, как обычно, ничего подозрительного. Спасибо, что нашла время. Жаль, что не смогла ничем помочь. Но с того момента он на работе так и не появлялся. Если что узнаешь, позвони. Ну, разумеется. Конечно. Юля сообщила Виктору, что все вещи и документы мужа исчезли вместе с ним. Виктор не поверил Юле и приехал в квартиру друга. Он надеялся, что, может быть, дома сможет найти причину исчезновения Антона. Ни записок, ничего. Нету ничего. Как ничего нет, не понимаю. А так, все документы Антона пропали. Ни загранпаспорта, ни диплома, ничего, и вещей нету. Он все забрал. Он... Ну, тихо-тихо, не плачь. Откуда? Ты же не все знаешь. Чего всего, Вить? Того, что он ушел от меня? Ты разве не понял этого? Он просто взял и вычеркнул меня из своей жизни, не сказав ни слова. А я его ищу как дура. Если бы не ты, искала бы одна. Я теперь всегда буду одна. Виктору было стыдно перед Дашей. Он вернулся домой очень поздно и совершенно не знал, что сказать жене.
Вы весь день по городу носились. Я Юльке звонила, она тут трубку не брала, а я волновалась. Знали что-нибудь про Антона? Мы были у него в фитнес-клубе, и на работе, и... А Юлька как? Все время плачет. Похоже, он ушел от Юли, собрал все вещи, документы и пропал. И, судя по всему, по своей воле. Что? Ну ты же понимаешь, что это странно. Понимаю, это на него не похоже, но всякое бывает. Бывает? Знаешь, Витя, я сегодня подумала, а вдруг с тобой что-то случится? Или ты сам уйдешь? Дашка, 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 ты чего? Что бы ни случилось, я всегда буду рядом. Я без тебя не смогу. Утром следующего дня Виктору позвонила Юля и попросила встретиться. Мы вчера почти по городу пешком бегали. У меня туфли были новые. Я себе ноги почти до костей растерла. Еле хожу сегодня. Я по поводу вчерашнего. Витя, что мы будем делать? Я люблю Дашу, я не хочу, чтобы она узнала про такое. Тем более, что я сама не понимаю, как все произошло. Я тоже. Никогда не думала, что так может. Так, стоп, давай мы больше не будем на эту тему говорить, ладно, Юль? Даша ничего не узнает, потому что между нами ничего не было. Мы забываем об этом и не вспоминаем. Надо продолжать поиски. Может, и не надо. Может, он действительно сам от тебя ушел, тем более, ясновидящая не велела. Витя. И даже если он ушел сам, я хочу, чтобы он мне все объяснил. Помоги мне его найти. Знаешь, Антон в последнее время бесконечно мороженое ел. Раньше никогда его не любил. Я теперь, когда мороженое вижу, все время про него вспоминаю. Я тоже его не люблю. Дашка его обожает. Так, все, хватит плакать. Мы обязательно его найдем. Слушай, у меня все время в голове вертится. Если он все вещи собрал, то куда он с ними уехал? Он же должен где-то жить. Из города он не выезжал, в полиции сказали. Ну, где-то же он живет. Я все места перебрала. Если у друзей, то только у тебя он мог остаться. У родителей нет. Меня в полиции тоже про это спрашивали. Ой. Что? Вот я глупая. У него же еще тетя была. Она умерла, а его родители ее квартиру сдают. Может, там на квартире? Ну что, тогда поехали туда. Да. Так, слушай, с такими ногами мы далеко не уедем. Давай так, я сейчас ловлю тебе машину, и ты едешь домой. А я поеду к тете. Адрес говори. Белинского, 12, по-моему. Да, точно, 12. И квартира 12. Я поэтому запомнила, что адрес легкий. Ну что, похромали тебе машину ловить. Виктор посадил Юлю в такси, а сам отправился в квартиру тети Антона. Он надеялся, что найдет друга там, но в квартире никого не оказалось. Ох, Антон! С ума сойти, ты где пропадал? Что, простите? Ты чего, все в порядке? Простите, я вас не знаю. Ладно, ладно, я понял, хорошая шутка. Ты где пропадал? Ты чего мне ничего не сказал? Или Дашке, или Юльке? Вы в своем уме? Не понял. Какая Дашка, какая Юлька? Вы кто такой? Стоп, стоп, стоп. Ты не шутишь? Ты действительно меня не узнаешь? Нет, не шучу. Я вас не знаю. Да я же Виктор, мы с тобой со школы дружим. Юлька твоя жена, Дашка моя. Обалдеть. Ты считаешь, что у меня есть жена? Ну да. Да что, ты головой ударился? Еще шаг, и головой ударишься ты. И вообще, вали отсюда. Нет у меня ни жены, ни... И тебя я в первый раз вижу. Больной. Виктор обрадовался, что нашел своего друга, но совершенно не понимал, что происходит. Поведение Антона его испугало. Он не знал, что делать, и за советом решил отправиться к бабушке. Проходи, садись. Здравствуйте опять. Вижу, что не послушал ты моего совета. Не было у меня другого выбора. Меня бы девчонки с потрохами съели. Выбор всегда есть. Нашел я Антона. Знаю. Рассказывай, как все произошло. Впервые в жизни я, кажется, испугался. Я же знаю его как облупленного, а он меня даже не вспомнил, когда увидел.
Я сначала не поверил. Короче, я даже девчонкам ничего не сказал, сразу к вам. Я говорила, что не надо его искать. Приворот на нем сильный. На вашу встречу он был завязан. Не должен был друг тебя в глаза видеть и тем более разговаривать. И что теперь будет? Не вижу пока, но знаю, что если с девушкой, которая его приворожила, Антон не соединится, то умереть теперь может. А кто эта девушка? Не вижу этого. Но ты должен найти эту девушку и привести к Антону, иначе потеряешь его. И на этом твои беды не закончатся. Ну что, так и будешь молчать? Может, скажешь что-нибудь? Даже не знаю, что сказать. На бред это все похоже. Я видела Антона. Он меня не помнит. Я была у него дома, он меня даже в квартиру не пустил. Что? Я тоже его видел. Что? Что? А почему ты сразу не сказал? У него амнезия, наверное. Такое обычно после аварии бывает же. Бывает. Я не хочу верить в то, что его кто-то избил. Да и синяков не было. Да не мог, потому что его приворожили. Понимаешь? А я вот не понимаю. Так баба Нина сказала. Я склонен ей верить, я его вообще никогда таким не видел. Это блондинка эта с работы. Светлана. Я уверена на 100%. Она давно в него уже влюблена была. Надо к ней ехать. Стой, я сам поеду. Вряд ли ты в таком состоянии из нее что-то выудишь. Виктор очень боялся, что баба Нина права, и с Антоном теперь может что-то случиться. Он считал, что должен обязательно найти девушку, которая его приворожила. Чего хочешь? Ты приворожила Антона. Что? Приворожила? Ты за этим сюда пришел? Ты в своем уме? Ты приворожила Антона. Зачем мне кого-то привораживать? У меня вообще-то парень есть. Я такой ерундой не занимаюсь. Тебе, может, пойти таблеточек успокоительных выпить, а? Чтоб дурь такая в голову не лезла. Стой, я пошла. Никуда ты не идешь. Мы с тобой едем сейчас к Антону. Если ты меня сейчас же не отпустишь, я закричу, и сюда прибежит охранник. Понимаешь, если мы сейчас к Антону не поедем, он может умереть. Пожалуйста. Так все серьезно? Все очень серьезно. Поехали. О, что? Надеюсь, тебя он узнает. Узнает? Света? Да. Привет. Привет. Как ты меня нашла? А, меня Витя привез. Антон, ну я... Я не знаю, сколько раз тебе еще объяснять. Я не понимаю, почему ты меня не помнишь, но мы с тобой знакомы. Даже больше, мы друзья с тобой, дружим уже 100 лет. Как мне тебе еще объяснить, но... У тебя шрам на животе от того, что ты с дерева падал и за ветку зацепился. Самоуверенный ты придурок. Антон! Виктор понял, что Света не та девушка, что приворожила Антона. Дашка, нельзя его в таком состоянии оставлять. Ему очень плохо. Он лежит, стонет, не может встать. Он пустил тебя домой? Узнал? Нет. Я приехал вместе со Светой. Антону должно было стать лучше рядом с девушкой, которая его приворожила. И как? Что и как, Дашка? Я же тебе говорю, что ему плохо. Ты уже вызвал скорую? Ничего я не вызывал. Я думаю, скорая здесь бесполезна. Побудь, пожалуйста, с Антоном, а я скоро вернусь. Через 2 часа Виктор вернулся, но Светы в квартире уже не было. Лежи. Тебе лучше сейчас не вставать. Как же ты плохо выглядишь. Где ты пропадал? Виктор заметил, что в присутствии Даши Антону сразу стало лучше. Ему не хотелось верить в то, что его жена приворожила его лучшего друга. Но все происходило точно так, как описала бабушка Нина. Стоило им оказаться рядом, и Антон сразу пошел на поправку. Прошло 3 дня. Даша почти все время проводила у Антона. Виктору она говорила, что Антон очень слаб и нуждается в помощи. Ой, Дашка, что-то я сегодня так замотался весь. И что ты хочешь, чтобы я с этим делала?
Ну, очень даже конкретно, очень даже приятная вещь. Вить, прекрати, а? Ложись спать, вот и отдохнешь. А мне вот интересно, а что же это ты Антону Сун не посоветовала вместо постоянного времяпрепровождения с ним? Мне казалось, ты за мной должна ухаживать, а не за ним. Ты что, ревнуешь к своему лучшему другу? Лучшему другу? Лучшему другу, который даже меня не вспомнил? Лучшему другу, ради которого я перерыл весь город? А мне хоть кто-нибудь сказал спасибо? Спросил меня хоть кто-нибудь? Может, мне надоело этим заниматься? И что ж ты так устал делать-то? Да каждому помогать, всем, кроме себя. Так, все, я твой муж, ты моя жена, я тебя хочу. Руки убери! Отпусти! Я тебя ненавижу, ненавижу. Я Антона люблю, доволен? Он все лучше тебя делает. Я вообще не знаю, как я за тебя замуж вышла. Слышишь, все. И даже это. Я не помню, когда мне последний раз с тобой было. Хорошо. На следующий день Даша собрала свои вещи и уехала к Антону. Виктор был в отчаянии. Ему не с кем было обсудить происходящее, кроме Юли. Может, я сплю, Юль. Еще неделю назад Дашка жить без меня не могла, а теперь... Не ожидала я от нее такого. Это Дашка приворот сделала. Сняла у меня Антона. Точно. Вот ведь дрянь. Думаешь, что она его приворожила? Она, больше некому. Все сходится. Я слышала, что когда кто-то кого-то приворожил, человек сначала твои привычки копировать начинает. Ты помнишь, Дашка все время мороженое трескала? Что? Так Антон перед тем, как все это случилось, килограмм у него есть стал. Хотя ты же его знаешь, он любитель сладкого. Как это я сразу не догадалась? Еще подруга называется. Чувствую себя сейчас как выжатый лимон. Будто мне через мясорубку пропустили и под пресс еще положили. Им зато теперь очень хорошо вдвоем. Угу. Надо, чтобы нам было хорошо. Поехали к тебе? Да, немедленно. Даша от меня к Антону ушла. Это она его приворожила, бабушка. Мы с ней, когда к Антону приехали, ему сразу лучше стало. Я не знаю, как такое могло произойти. Даша, она любила меня, мне так казалось. Хотя я уже ни в чем не уверен. Нет, это не Даша была. Точно знаю. Как? А кто же тогда? Ань, принеси дождевую воду и хлеб. Это зачем? Сейчас все узнаешь. Мякиш бери, руки в воду опускай и там разомни. Вынимай руки. Вижу плита, кухня, тарелки белые. Что? Самый сильный приворот был сделан на еду. Соль. Через соль заговор делали. Кто у тебя в доме готовит? Дашка, конечно. Ну, если мясо, то только я, и так всегда было. Хотя вот месяц назад или больше... Короче, мы вместе с Дашей были в гостях у Юли с Антоном. Юля не успевала что-то по работе доделать и попросила Дашку приехать, помочь ей с готовкой. Дашка очень старалась, второе, салат. А недавно Юля у нас суп варила и солью солила, своей. Только пересолила, и никто его не ел. Вот и не смогла тебя приворожить. Нельзя, чтобы чужая женщина в доме еду солила. Только хозяйка это делать должна. Иначе чужая место у очага рядом с хозяином дома займет тогда. У очага? Что вы имеете в виду? Семья от этого разрушиться может. Неужели не знала? Ведь Даша тоже, когда у Юли котлеты жарила, наверняка сама солила. И соль эта была заговоренной.
В соли все дело. И что, и теперь ничего нельзя исправить? Можно. Надо провести обряд. Я скажу тебе как. Виктор вернулся домой и сразу решил провести обряд, которому его научила бабушка. Юля, я знаю, что ты с Ольгой говорила, чтобы Дашу к Антону приворожить. А потом меня хотела, только я суп есть не стал. Зачем все это? Потому что я тебя люблю. Давно уже. Я не хочу тебя терять. Я специально все так устроила. Хотела, чтобы Дашка сначала Антона получила. Тогда, может быть, ты на меня по-другому посмотришь. Не как на жену друга. Разве я тебе не нравлюсь? Нравишься. Только люблю я Дашу. Дашка у нас готовила, и Антона получила. Я так волновалась, что суп пересолила. Вот и не сработала с тобой. Но я все равно тебя люблю. А ты разве не знаешь, что привороженные долго не живут? Ты смерти их хотела, Даша, Антону. А если бы со мной получилось, то и моей? Нет. Я не хочу такого. Насильно мил не будешь. Слышала про такое? Да. Говори, что делать. Я все исправлю. Юлия и Виктор провели вместе обряд отворота. Даша вернулась к Виктору, она ничего не помнила о произошедшем. Юля развелась с Антоном и навсегда уехала из города. Антон долго переживал развод, и Виктор поддерживал друга. Бабушка говорит, ни в коем случае нельзя позволять чужому человеку еду в своем доме солить. Даже если кто-то помогает вам готовить, солите еду сами. Самый сильный заговор на соль делается. Обнаглел кое-где клеиться? Вообще-то она моя девушка, или ты забыл? Ты что делаешь? Руки убрал? Да ладно, наряд! Ты подлец и негодяй! Достал ты меня, слышишь? Эй, Лёта, вы что делаете? А ну-ка прекратите! Псих! Даже связываться с тобой не хочу. А ты попробуй! Что, струсил? Да пошел ты! Евгений поссорился со своим другом Володей. Причина была совсем пустяковая, но закончилась дракой. Евгений очень переживал и за советом отправился к бабушке. Здравствуйте, бабушка. Проходи, да садись напротив меня. У меня с собой ни вещей, ни фотографий нету. Я когда в очереди сидел, мне сказали, что надо... Ну что ж, с этим уже ничего не поделаешь. Рассказывай. У меня есть друг, вернее, был друг, Володя. Мы с ним вместе в институте учились, а сейчас работаем в одной компании. Ну и потом мы с ним сошлись, и он познакомил меня с Таней. Она подруга его девушки Оли. Но мы еще вместе все втроем работаем. Я, Володя и Оля. Был ты, вижу, недавно на празднике. Там с другом и поссорились. Да, у Тани день рождения был. Ее мама, она кафе сняла, кучу народу пригласила. Но ее мама, Полина Андреевна, она наш начальник. Но я ей даже идти туда не хотел. Я не люблю шумных компаний, но в итоге меня Володя уговорил. Ну а там у Тани очень сложный характер, и мы поссорились. Из-за ерунды, вижу, ссора была. Вы не поверите, из-за десерта. Глупость какая-то. Мы поссорились, и я решил назло Тане с Олей танцевать.
Она танцует супер. Она еще когда в школе была, занималась. Ну, а Володя... А друг твой приревновал? Да. Психанул. В общем, наехал на меня. Руки распустил, и дело до драки дошло. Опусти руки в миску с водой. Почему? Это что? Даже страшно стало. Ничего страшного не произошло еще. Но кровь на твоих руках может быть. Кровь? Бросить тебе надо все, парень, и уезжать. Иначе, вижу, беда может случиться. Женя решил последовать совету бабушки и уехать на время в другой город к родителям. Ну вы с Володькой отличились. Мама с утра завелась, ругает и тебя, и его, и нас с Ольгой. Тань, я хочу уехать. Месяца на два, может больше. Почему? Я так решил. Ясно. Значит, все верно. Что верно? То, что вы с Володей Ольгу не поделили. Да не говори глупостей. Не нужна мне Оля, я тебя люблю. Ну да, любишь. Я видела, как вы с ней обжимались. С Володей поругался, со мной расстаться решил. Да ничего я не решил, я просто хочу уехать на время. Может, ты Володю испугался? Испугался? Что за бред? Трус ты и врун. Евгений твердо решил уехать. Он написал заявление об увольнении и пришел к директору компании. Я уж хотела тебя вызывать. Полина Андреевна, я хотел... Нет, это я хотела. Что ты себе позволяешь? Устроили безобразную сцену. А там были, между прочим, не только ваши приятели. Были наши деловые партнеры. Стыдно. Взрослые люди. Полина Андреевна, я... Что это? Прошу уволить меня по собственному желанию. Я знаю, что сейчас это не вовремя, но... Это не просто не вовремя, это я даже не знаю, как называется. У тебя большой участок работы, и бросить все вот так не получится. Нет, если хочешь, я тебя уволю с волчьим билетом. Я тебя по статье уволю, так что тебе потом ни одна контора в курьеры не возьмет. Короче, Новиков, иди и делай свою работу. А потом сдадим объект. Если хочешь, вернемся к этому твоему вопросу. Не раньше. Это понятно? Да. Все, я тебя не задерживаю. Да, с Павловым нужно помириться как-то. Ну, ты что думаешь? Ему не досталось, да? Еще как досталось? Ну, что, как дети? Мальчишки. Ну, иди работай. Евгений понимал, что Полина Андреевна права. Он успокоился и теперь думал, как исправить ситуацию. Игорек, а ты Павлова видел? С утра был. Потом Полина к партнерам отправила. А, кстати, что Полина простила тебя? А то она Павлова орала так, что стены тряслись. Да влепила по полной и работать отправила. Ну, ясно. Что она тебе сделает? Ты же с ее дочкой. Это что значит, что я с ее дочкой? Таня-то тут при чем? Да ты что, я так ляпнул. Без задней мысли, ты извини. Я тебе говорю, очень классные туфли. Завтра принесу, покажу. Ладно, мне отчет надо делать, так что давай, пока. Женька, привет. О, привет. Слушай, а ты Володю увидишь сегодня? Ну что за вопрос? Конечно, увижу. Он, правда, дуется на меня? Не пойму, за что. Ну подумаешь, потанцевали, ничего же не было. Вот, увидишь. Володю передай. А можно я посмотрю? А то я умру от любопытства. Посмотри, там все равно ничего секретного нет. А ты молодец.
Прям так, как надо, написал. Скажи, а ты обедал? Нет, еще не успел. Тогда пошли в столовку, там булочки с изюмом привезли. Подожди, какие булочки? Ты же вроде бы на диету села. Пошли, булочка диете не помешает. Пойдем. Прошло два дня. Женя помирился с Таней. С Владимиром он так и не встречался. Полина Андреевна отправила его временно в другой офис. Мать Тани не любила конфликты. Хочу, чтобы мы всегда были вместе и никогда не ссорились. Слушай, давай мы с тобой вместе на выходные поедем за город, на озеро. Давай, и Володьку с Олей возьмем, как обычно. Ну, не знаю. Вы что, еще не помирились? Да я его не видел. Только через Олю записку передал. Он даже не перезвонил? Нет. Странно. Ну, может, дуется еще. Он же ревнивый, как не знаю кто. Ладно. Я думала, вы до выходных еще 100 раз помиритесь, а я Ольге сегодня позвоню. Вот она обрадуется. Мы обе это озеро обожаем. Там так красиво. И комары. Ну, с тобой мне никакие комары не страшны. На следующий день Женя и Ольга вместе возвращались с работы. Женя очень надеялся, что сможет помириться с Владимиром. И был уверен, что Ольга ему в этом поможет. Жень, я Володе записку передала, а он ее прочел и ушел, даже ничего не сказал. Я ему звоню, он телефон не берет. Даже не знаю, что теперь думать. Даже так? Ну и пусть. Ну какие же вы оба упертые? Вот что с вами делать? Что тебе тут, кирпичи? Да нет, туфли я решила с работы забрать. Босоножки принесу. Ты кому звонишь? Игорю. Хочу, чтобы когда Володька пришел в офис, он мне набрал. Да и вообще, достало мне это все. Ну и кто-то же должен быть умнее. Трубку не берет, болтает с кем-то. Да, как показывает практика, ты действительно умнее Володьки. Оля, ты чего? Да ничего. Надоело мне все, аж плакать хочется. Он уперся, а ты... Ты такой хороший. Оль, ты только не переживай, ладно? Все будет хорошо. Да. Ну ничего себе! Я их зову, они не реагируют. Володя... Что, не ожидали? Ну, давайте продолжайте свои поцелуи. Мне очень интересно посмотреть, как мой друг целует мою девушку. Володь, ты не горячись. Оля, она плакала, ну... А ты ее утешил. Круто. А как ты ее еще утешаешь? Володь, не говори ерунду. Улюди. Улюди! Оль, да, тебе лучше уйти. Ну что, поговорим, друг? Володь, ты не пари горячку-то, слушай. Ты это называешь горячкой? Или записки свои тупые? И это не в силах больше терпеть, это сильнее меня. Чего? Я такого не писал. Не писал он. Может, ты вообще никаких записок не писал? Писал, но не это. Да это уже не важно. Козел ты! Володь, что с тобой? Что с тобой, Володь? Голова. Сейчас, потерпи, сейчас. Ну что ты стоишь? Вызывай скорую. Тебя посадят. И пусть. Вызывай врача скорее. Не посадят. Ты сказал, что упал и ударился. Алло, скорая, примите вызов. Вавилова, 33. Скорее. Вызвала. Ой, у вас часы одинаковые. Да мы вместе покупали. Какие же вы идиоты! Это чудовище! Володю увезли в больницу. Женя всю ночь не находил себе места от беспокойства. Но утром ему все же пришлось идти на работу. Как бы вы жили с этим грузом? Вы слышите, что я говорю? Да. Хорошо еще, что Павлов не стал писать заявление в полицию. Вам очень повезло, что вы не окажетесь за решеткой. Но держать у себя в компании такого человека, как вы, я не намерена ни минуты. Передадите все свои дела Игорю Зарецкому. И чтобы я вас больше не видела. Никогда. Слышите? Никогда. Вам понятно? Да. Еще. Я вам запрещаю приближаться к моей дочери. Не звоните ей и не пишите. Хотя, я думаю, она сама вас видеть не захочет. Почему?
потому. Вы сами написали Павлову. Володя, прости, но я люблю Ольгу. Это сильнее меня, а мои отношения с Таней носят только карьерный характер, ну ты понимаешь. Но я готов все бросить, только бы быть рядом с Олей. Это ерунда какая-то, я этого не писал. Новиков, если бы я так хорошо не знала ваш почерк, я бы вам, может быть, и поверила. Вы чудовище. Вы чудовище трусливое. Меня уволили. Таня не отвечает на звонки. А еще какая-то записка, которую я не писал. Но сейчас это совсем не важно. Скажите, Володя, он поправится? Я был у него в больнице, но он не захотел со мной разговаривать, а врач сказал, что у него состояние тяжелое. Вещи Володя принес? Нет, все обыскал, но ничего не нашел. Вот только у нас часы одинаковые. Мы с Володей вместе их покупали в тот же день. Может быть, мои подойдут? Они такие же, как у Володи. Ну что ж, раз другого нету, давай часы попробуем. Вижу, друг твой поправится. Жизни его ничего не угрожает. А вот у тебя работы долго не будет. Тяжело тебе придется. Володя поправится. Это самое главное. Спасибо вам. Это не все. Вижу я, в чем причина. В чем? Да вот в часах этих. От них все. От них? Нельзя друзьям одинаковые вещи иметь. К ссоре это привести может. Запомни. Ну, а что же делать, бабушка? Часы свои в речку кинь, когда домой пойдешь. Вода все унесет. Но знай, парень, что на этом черная полоса у тебя не кончится. А теперь ступай. Прошла неделя. Каждый день утром Евгений выходил из дома и бесцельно бродил по городу. Владимир был все еще в больнице и по-прежнему не хотел его видеть. Работы не было, и Евгений не знал, чем себя занять. Да я отключил телефон. Не хочу сейчас ни с кем говорить. Да ты не переживай, Володя уже на поправку идет. Жалко, конечно, что Полина тебя сгоряча уволила. Она со мной тоже не разговаривает. И какой урод написал эту треклятую записку? Да это уже не важно. Со мной Таня даже разговаривать не хочет. Жень, она с Игорем встречаться начала. Представляешь? Повезло парню. И место мое получила девушку. А я с Володей решила расстаться. Вот, выпишут его это, и... Почему? Потому. Я пойду, наверное. Я пойду. Евгений не мог поверить, что Таня так быстро забыла его. Он отправился к ней, чтобы поговорить. Хотел встретиться? Таня, я не писал ничего никому про Олю. Ты должна мне поверить. А это не важно. Писал, не писал. Все кончилось, Женя. В смысле? Я решила быть с Игорем. Он мне давно нравится. Может, и хорошо, что все так вышло. Не приходи ко мне больше и не звони. В понедельник мы с Игорем подаем заявление в ЗАГС. Заявление? Быстро у вас. Очень, очень быстро. Так будет лучше. Для всех лучше. Прощай. Жизнь моя катится в тартарары. Как мне быть, я не знаю. Володя меня видеть не хочет, на работу не берут. Часы я выкинул, но лучше не стало. Таня. Моя Таня! Таня твоя замуж собралась. Не по любви, от обиды. В записке подлой все дело. Ну, не писал я этого. Я Володе мириться предлагал и загород с девчонками. Вот если бы узнать, кто ее и зачем написал. Зачем, понятно мне. Любовь его рукой двигала. Любовь? Ну какая же это любовь? А кем? Кем она двигала? Этого я тебе не скажу. Могу. Но тогда не исправить тебе ничего. Самому тебе открыть это надо. А как открыть? Бабушка, скажите, пожалуйста. Если я на все готов.
С этим помогу. Но одного тебе мало. Нужно, чтобы в обряде друг твой лучше участвовал. Вы Володя имеете в виду? Но он же меня видеть не хочет. Ну, как с ним договориться, это твое дело. А что делать, я сейчас тебе расскажу. Евгений не знал, как уговорить друга. Он позвонил Владимиру, и тот неожиданно согласился с ним встретиться. Володька, ты прости меня, урода, я... Да я сам виноват. Надо было по-нормальному во всем разобраться. Ты какую-то писульку увидел, у меня же в глазах потемнело. Да не писал я это письмо, не писал. Я верю, верю. Надо узнать, кто это. Есть один способ, меня научили. Что за способ? Смотри, надо вот это проклятое письмо положить на полотенце и поджечь. А потом мы должны это полотенце с тобой приподнять над землей. А дальше? Ну, а дальше ждать, пока она полностью сгорит. И все? И все. Но главное, мы должны это сделать вместе. Мы это сделали. Да? Вместе? Хотя, знаешь, тут и без всяких обрядов понятно, кто это сделал. Кто? Игорек. Он ведь давно за Танькой ухаживает. А от всего, что произошло, ему одна выгода. Надо поговорить с этим гадом. На другой день друзья поехали к офису, чтобы поговорить с Игорем. Слушай, а ты его не видел сегодня? Нет. Я пока в офисе не был. У меня еще больничный закончился. Так, может, он не приходил в офис? Приходил. Куда ему деваться? Да вот он. Смотри, как вырядился. Ну что, жених? Здорово. Здорово, лузер. Я сейчас тебе такого лузера покажу. Да не пугай, показывай. Я, в отличие от твоего дружка, сразу в полицию пойду. Ты зачем Ольге записку подделал? Хотел нас спровоцировать? Ты же знаешь, что Полина за такие дела не прощает. К сожалению, это был не я. Если бы эта гениальная идея пришла мне в голову раньше, то у нас с Таней уже были бы дети. А так у нас только свадьба на следующей неделе, но я все равно безмерно благодарен этому человеку. А ты знаешь, кто это? К моему прискорбию нет, не знаю. Но мне и так неплохо, кто-то все сделал за меня. А теперь, господа, разрешите откланяться, мне пора. Евгений не спал всю ночь. Он думал, кто же мог написать записку. Под утро его осенило. Он позвонил этому человеку и теперь ждал его. Жень, привет. Ты зачем это сделала? Потому что я давно люблю тебя. Ты когда на тайном дне рождения со мной станцевал, я подумала, что ты тоже, что я тебе нравлюсь. Я просто танцевал с тобой, и вот что получилось. А потом я написала это письмо. Я давно пишу письма. Себе, от тебя. Это такая игра. Я потом их перечитываю и представляю, как будто мы вместе. Да, у тебя отлично получилось. Почерк мой никто не отличит. Ты простишь меня? Прощу, только это ничего не изменит. Я не люблю тебя. Совсем? Совсем. Только это тоже ничего не меняет. Таня завтра выходит замуж. Наступил день свадьбы Игоря и Тани. Молодые поедут вот на этих машинах. Сейчас все рассядемся. Игорек, садись здесь рядом с водителем, а Танюша поедет на другой машине вот здесь. Потому что жених и невеста на одной машине не ездят.
Сейчас поедем. Мама, подожди. Таня. Женька. Танечка. Спустя год Таня и Евгений поженились. Ольга и Игорь уволились из компании. Евгений с ними больше никогда не встречался. А вот с Владимиром они продолжают дружить. Бабушка говорит, что нельзя друзьям одинаковые вещи носить. Это может привести к серьезным ссорам.